мы хотим поздравить всех саратовцев с великим праздником, Днем Победы. И пожелать, чтобы над нами всегда было светлое небо. И хотим передать привет нашим родным и близким. Программа школы четвертая. Был начальник состава в Армении, в Турции. Погиб в боях за город Ярцево Смоленской области. Командир роты стрелкового полка 241-й стрелковой дивизии. С праздником вас, с праздником всех. Я хочу передать привет своей маме, папе, своему дедушке, своей сестре, тете, дяде. Хочу передать привет своей бабушке. Хочу передать привет своей собаке. И Марта. Ее зовут Марта. И хочу поблагодарить ветеранов, которые сделали наше будущее лучше, победили войну. И благодаря ним сейчас существует этот праздник 9 мая.